все, это принцип, пока ты никого, пока жалишь, да? Пока такой, да? Ты баражен, морный тему, блядь, и в кадр, ты полевлотел. А ты опять скончил рук, и ты шру, ты говоришь, что ты шатан, ты шмастил. И все. And sleep. Давайте рассмотрим, что коралл. Основной стойки едешь, даже слишком назад отклоняешься. То есть положение тела у тебя вот такое получается. То есть здесь можешь выпрямиться поровнее, чуть-чуть только заднюю ножку согнуть. Первый момент. Второй момент, когда уходишь на поворот, ты прям до последнего лежишь на тросе, до конца. Это не обязательно. То есть ты сделала наклон, пор пошел, воду, уходишь в сторону, примерно там что-то раз, два, три, и можешь выпрямиться уже, вот, и на плоской доске за счет ранее набранной скорости проскользить. Тебе этой скорости хватит для того, чтобы трос остался в натяжении. Вот, тогда ты не будешь иногда заваливаться на повороте и падать. Да, ты смотри, сделал наклон, доска под 45, уходишь в сторону, дальше просто скорость набрала и можешь на плоскую доску встать. Да, ну то есть, это вот второй момент. И, ну давай пока вот это, там еще скажу.
Рано выпрямляйся. То есть еще чуть-чуть надо в сторону уйти подальше. Сейчас смотри в ту сторону и в эту, у тебя пропала опора, то есть хвост доски недостаточно погружается в воду, потому что как во время наклона у тебя задняя нога сгибаться должна, и ты прям чувствуешь, как задней пяткой ты упираешься в воду, вот, а сейчас этого нет, то есть у тебя чуть-чуть нога согнута, вот, и доска, она, упор идет по центру у тебя сейчас, и поэтому она просто проскальзывает, вот, а должна она... Хвост больше в воде должен быть. Старайся еще ручки всегда держать прямые. Да. Thank you.
Молодец. Ну вот последние 2-3 поворота лучше стало, более стабильно, хорошо. Это ничего, это сейчас достаточно на этом уровне. Значит, сейчас давай попробуем. Поперек умеешь ездить? Не училась? Давай сейчас научимся тогда. Это просто вообще на начальном этапе обычно мы проходим. Просто когда встаешь из воды, доску не разворачиваешь, вот, а также поперек. Значит, тело как прямое все должно быть, ножки чуть согнуты, ручки внизу, ручки прямые. На маленькой скорости я тебя сейчас подтащу туда-обратно. Вообще не разворачиваться. Да, как... вот, как я стою сейчас, вот так же ты и поедешь. Вес 50 на 50 на двух ногах. Все, момент. Ты едешь все-таки до скалы,